Когда Гарик позвонил мне вчера утром рано и сказал, что Давид Ильич ушел в мир иной, у меня в голове пронеслось много мыслей, но одна из главных мыслей была, как я сообщу об этом своему отцу. Потому что с самого моего раннего детства, папа и Давид Ильич были как братья. Рахмат Куна Аркадий Ильич. Это были люди, которые были с отцом рядом и в хорошие дни, и в плохие дни. И в Самарканде, и в Нью-Йорке. Я никогда не забуду выражение глаз, выражение лица моего отца, когда я наконец-то вчера к вечеру решился ему сообщить об этом. Я никогда не забуду его лица, как его лицо изменилось и как потух его взгляд. К сожалению, у него ночью поднялась температура, он заболел, не смог сегодня прийти. Поэтому я хотел Четнамо, Мазол, Дора, Тамара. Гарик Дзю, во-первых, от имени своего...